Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын біз тікелей эфирде бастаймыз. Бүгін біз баспасөз мәслихатын онлайн режимде өткізудеміз, яғни екі спикеріміз де Zoom арқылы қатысатын болады. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Қазақстанның сақтандыру секторын цифрландыру туралы. Тема пресс-конференции касательно цифровизации страхового сектора Республики Казахстан. Еліміздің бас медиалаңының құрметті спикерлерімен таныстыра өтейін. Мария Жамаловна, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары, және Әбілқасым Азиз Фердаусиұлы, сақтандыру нарығы және актуарлық есеп айырысу департаменті актуарлық есеп айырысу басқармасының бас маманы. Мария Жамаловна, добрый день. Хочу первое слово вам предоставить, пожалуйста. Добрый день, Макпал. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Позвольте от имени агентства выразить благодарность за тот интерес, который вы проявляете к страховому рынку. Страховые услуги населению Республики Казахстан оказываются 25 страховыми организациями. Из них 16 компаний по общему страхованию, 9 страхований по страхованию жизни. Страховой рынок растет. Активы на сегодняшний день страховых компаний составляют 2,4 триллиона тенге. И только за 9 месяцев текущего года выплаты на страховом рынке составили 164 миллиарда тенге. За последние 4 года количество договоров страхования выросло в 2 раза. С 5,8 миллиона договоров до 9,3 миллиона договоров, из которых 86% у нас заключено с физическими лицами. 49% договоров они относятся к наиболее массовому виду страхования, обязательному автострахованию. Мы считаем, что активному развитию страхового сектора в течение последних 3 лет способствовала активная цифровизация рынка. Цифровизация является темой сегодняшнего нашего разговора. Как уже неоднократно говорилось, в рамках концепции развития финансового сектора существуют 3 направления развития цифровизации на страховом рынке. Это regulation technologies, далее это supervision technologies и так называемый insurtech, insurance technologies. Если регтех и субтех относятся к цифровизации надзора и регулирования, и их чувствуют в основном страховые организации, то иншуртех – это цифровизация, направленная на взаимоотношения непосредственно клиента и страховой организации. Иншуртех позволяет развивать онлайн-сервисы, маркетплейсы, создавать цифровую страховую среду именно для населения. На сегодняшний день на страховом рынке формируется, как вы знаете, статистика по всем договорам страхования в единой страховой базе данных. С 2008 года ЕСБД формирует статистику по обязательному автострахованию. На слайдах, которые розданы сейчас участникам брифинга, показано развитие ЕСБД. С 2020 года по всем обязательным классам страхования, с 2022 по добровольным видам страхования, а с июля текущего года по договорам перестрахования, вся информация аккумулируется непосредственно в единой страховой базе данных. Создается статистика базы, и наличие качественной статистики позволяет создавать новые продукты страхования, исходя из интересов клиента, развивать кросс-продажи, предлагать новые продукты. К примеру, по обязательному автострахованию расчет страховой премии будет тоже автоматизирован на базе единой страховой базы данных. Будет учитываться накопленная статистика по аварийности водителя. Чем больше было аварий по вине водителя, тем больше он будет платить за страховку. Основным преимуществом базы данных является возможность развития онлайн-услуг, и на сегодня ЕСБД уже интегрирован со множеством государственных баз данных.
Это позволяет дистанционно получать все необходимые сведения как для заключения договора, так и для осуществления выплат клиенту. В 2015 году было законодательно введено требование о переходе на электронные договоры по обязательным видам страхования. А уже с 1 января 2019 года начался запуск онлайн-страхования. Мы уже говорили неоднократно на наших брифингах, что на сегодня 100% всех договоров по обязательным видам страхования заключаются в электронной форме. А население и бизнес могут приобретать страховые продукты дистанционно, без посещения офиса. Отпала проблема с географической доступностью страховых услуг. Обязательное автострахование является самым массовым и хорошо известным видом страхования. Цифровые системные сервисы по данному виду страхования уже знакомы на сегодняшний день всем автовладельцам Казахстана. Сегодня дистанционное заключение договоров автострахования осуществляется в круглосуточном режиме 24/7. При заключении договора страхования данные водителя автоматически подтягиваются с баз данных Министерства юстиции ГИБДД ФЛ, ГИБДД ИЮ, с базы данных автомобилей водитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан. А страховая премия рассчитывается в ЕСБД, и оплата осуществляется через онлайн платежи, то есть через банковские карточки. Автовладельцу не требуется возить с собой бумажные документы, поскольку дорожные полицейские имеют возможность проверить наличие страховки онлайн, без остановки автомобиля. Основным преимуществом дистанционного обслуживания стало повышение охвата населения обязательным автострахованием. За последние 3 года сбор премий по обязательному автострахованию увеличился на 58%. Наряду с развитием обязательного автострахования развивается добровольное автострахование, так называемая КАСКО. По итогам прошлого года премии по КАСКО также увеличились 2 раза. И мы считаем, что в первую очередь такой рост добровольного автострахования связан с запуском государственных программ по автокредитованию. Что касается следующего развития цифровизации, то здесь нужно выделить дистанционное урегулирование страховых случаев. В прошлом году, 12 июля, главой государства был подписан закон по вопросам развития страхового сектора. Данным законом с 1 января 2024 года внедряется онлайн-урегулирование страховых случаев по всем обязательным видам страхования. Это переход на полное дистанционное обслуживание клиентов со стороны страховых организаций. Весь процесс оказания страховой услуги с момента заключения договора до получения страховой выплаты будет электронным, будет автоматизирован. Агентство совместно с участниками страхового рынка осуществляет работу по внедрению онлайн-урегулирования страховых случаев. И граждане получают возможность направить в страховую организацию заявление о выплате, приложить все необходимые документы через сайт или мобильное приложение страховой организации, а также получить выплату, не посещая ее офис. Если есть страховые организации, которые уже внедрили такие сервисы и принимают заявления в онлайн-режиме. Есть и такие, которые осуществляют выплату на карту заявителя. Все этапы процесса получения страховой выплаты, начиная с формирования пакета документов и заканчивая выплаты, будут храниться в личном кабинете клиента на сайте страховщика. Клиент всегда может проверить данные о себе. Также все эти данные фиксируются в единой страховой базе данных. Электронная фиксация каждого этапа – это в первую очередь элемент защиты прав и интересов потребителей страховых услуг. На сегодня завершены интеграционные работы ЕСБД с базой МВД по получению электронных административных протоколов. База Верховного суда ТРЛИК уже работает с конца 2020 года. Проводятся доработки по интеграции с базами данных Министерства здравоохранения по справкам по инвалидности и свидетельствам о смерти. Сбор необходимых документов будет осуществляться из государственных баз данных через единую страховую базу данных.
И это можно будет просканировать копии документов и получить эти копии документов через ЕСБД. Осуществление страховой выплаты производится на банковский счет пострадавшего. Учитывая региональную отдаленность отдельных населенных пунктов Республики Казахстан, отпадает необходимость ездить по нескольку раз в офис страховщика для получения выплат. Новшеством на рынке автострахования является упрощенная выплата. При мелких дорожно-транспортных происшествиях водители смогут оформить страховой случай через мобильное приложение без вызова полиции и обращения в суд. Это так называемый европротокол, о котором мы неоднократно говорили в свете наших информационных брифингов по закону по вопросам развития страхового рынка, который был подписан также 12 июля 2022 года. Главными условиями применения упрощенной процедуры выплат являются, что в ДТП участвуют только два транспортных средства, сумма ущерба не превышает 100 МРП, отсутствуют разногласия участников ДТП, кто из них является виновной стороной, а кто является пострадавшим. Еще одним условием непременным для оформления упрощенной выплаты является отсутствие вреда и здоровью людей. Не должно также пострадать имущество третьих лиц в результате ДТП. В результате европротокола существенно сократится срок выплаты. Если при стандартной выплате срок составляет 2-3 месяца для сбора документов, в том числе оформления протоколов и получения решения суда, то при упрощенной процедуре выплату можно будет получить в течение 6 рабочих дней. Упрощенная процедура поможет быстро разгрузить дороги при ДТП и снизит количество пробок. Это очень актуально в крупных городах и, конечно же, сократит нервные затраты наших водителей на дорогах. При положительной работе упрощенного сервиса эта процедура выплат может быть распространена на другие виды страхования. Со временем мы рассчитываем, что сумма ущерба, которая будет рассматриваться в рамках Европротокола, тоже может увеличиться со 100 МРП и стать более весомой. 1 января 2024 года будет осуществлен переход на гибкий тариф. Это также позволяет нам сделать наша база единых страховых выплат. При расчете страховой премии по обязательному страхованию будет анализироваться аварийность каждого региона. В целях справедливого ценообразования будет установлена таргетируемая убыточность в рамках данных регионов, и в зависимости от таргетируемой убыточности будут соответственно отрегулированы тарифы. На сегодняшний день данное постановление уже проходит согласование с Ассоциацией финансистов и с другими заинтересованными сторонами. В свою очередь, помимо тех тарифов, которые будут установлены в данном постановлении, страховые организации самостоятельно вправе будут увеличить либо уменьшить за счет поправочных коэффициентов данный тариф, но не более чем на 10%. Такой подход нам позволяет снизить стоимость страховки для населения в тех регионах, где низкая аварийность. Согласно нашим расчетам, предварительным расчетом в 11 регионах ожидается снижение премий. В двух регионах у нас размер страховых премий останется на прежнем уровне. Наибольшее снижение у нас ожидается в городах Атырау, Алматы, Северо-Казахстанской области. В 7 регионах Казахстана из-за высокой аварийности ожидается незначительное повышение стоимости страховки. Это Жамбульская область, город Кызылорда, Шымкент, Астана. В дальнейшем мы планируем внедрение аналогичного подхода и по другим страховым продуктам. Что касается страховщиков, здесь хотелось бы отметить, что уровень цифровизации является, конечно же, элементом конкуренции на страховом рынке.
тем удобнее условия предоставления онлайн-услуг со стороны страховых организаций, тем больше клиентов заинтересованы сотрудничать с той или иной страховой компанией. Цифровизация позволяет страховщикам создавать новые сервисы, снижать издержки, повышая доступность качества страховых продуктов и услуг. Цифровизация позволяет также создавать электронные площадки маркетплейсы по предложению всего спектра страховых услуг, повышает осведомленность клиентов о страховых продуктах, предоставляет возможность выбора страховщика на основе сравнительного анализа. Дополнительно, как вы знаете, страховые услуги приобретаются на тех маркетплейсах, которые были созданы банковскими организациями, представляющими достаточно большие финансовые группы. Особое внимание агентствам уделяется развитию цифровизации надзорных процессов. Здесь я хотела бы тоже сказать буквально два слова. На сегодняшний день основными компонентами надзорного процесса являются внутренняя система рискоориентированного надзора и самостоятельная оценка рисков страховых компаний. Также проверяется в онлайн-режиме оценка достаточности страховых резервов и справедливой стоимости активов. То есть все эти процессы, они автоматизированы внутри агентства и дают возможность своевременно реагировать на те или иные изменения в деятельности страховых компаний. Данные компоненты наряду с пруденциальным регулированием, системой раннего реагирования и механизмом контроля за соблюдением законодательства позволяют обеспечить непрерывный целостный контроль и надзор в сфере страхования. Вот, собственно, те элементы цифровизации, на которые мы бы хотели сегодня остановиться и обратить ваше внимание. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на вопросы присутствующих журналистов. Спасибо. Рахмет, Мария Жамаловна. Азиз Мырза, сіз алып қосарыңыз жоқ па? Жоқ, алып қосам. Онда, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап бөліміне өтеміз. Сан-Кезет Азамат Серікхан, бізбен бірге тікелей байланыста бар ма? Әріптесіміз жоқ екен. Зейін Ерғали, Егемен Қазақстан, зумға кірді ба әріптес? Онда әріптестеріміз жіберген сұрақтары бар екен. Позвольте озвучить, что делать, если со страховой компанией возник конфликт? Мария Жамаловна, пожалуйста. Понятное дело, что у нас иногда бывают случаи, когда возникают споры со страховыми компаниями, между клиентом и страховой компанией. Помимо классических способов обратиться в адрес агентства по регулированию и надзору, можно, конечно же, обратиться в суд. И третий, наиболее, наверное, эффективный и быстрый способ разрешения конфликта со страховой компанией является обращение к омбудсмену. Мы неоднократно говорили, что это достаточно эффективный элемент рассмотрения споров. А в настоящее время страховой омбудсман с 30 ноября 2022 года страховым омбудсманом является Яковенко Игорь Алексеевич. Его срок полномочий начался с 30 ноября 2022 года и закончится 30 ноября 2025 года. Он независим в своей деятельности, осуществляет урегулирование разногласий между страховыми организациями и между страхователями и страховыми организациями. Его услуги являются бесплатными, и он рассматривает все виды споров, по которым сумма требований не превышает 10 тысяч МРП. Это 34,5 миллионов тенге. Решение омбудсмена является обязательным для исполнения страховыми организациями. Рассмотрение досудебного урегулирования и рассмотрение омбудсмена данного спора оно проходит в течение 2 месяцев. Это максимальный срок рассмотрения спора омбудсменом. Как я уже сказала, рассматривает он этот спор бесплатно. И в случае, если страховая организация не своевременно
выполняет либо не выполняет решение омбудсмана в отношении данной страховой организации, меры уже принимаются агентством. С 2024 года, согласно закону, будет введено обязательное досудебное урегулирование данных споров, и до рассмотрения спора в суде нужно будет в обязательном порядке обратиться к омбудсману. Кстати, я забыла сказать о том, что деятельность страхового омбудсмана финансируется за счет взносов страховых организаций. И уже в 2022 году страховым омбудсманом было рассмотрено 1428 заявлений. Ну и, конечно же, 90%, но, к сожалению, это те заявления, которые рассматриваются в рамках такого продукта, как обязательное автострахование. Только 10 решений было, страхового омбудсмана было оспорено в суде, но все 10 решений остались без изменений. То есть квалификация страхового омбудсмана, юридическая квалификация страхового омбудсмана очень высокая. Спасибо. Спасибо. Құрметті әріптес, сіздің сұрағыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Онда Темірлан Тұрдалин, журналистік зерттеу бюросы «Хатмедиа» направила свои вопросы. Основной проблемой страхового сектора является отсутствие достоверной статистики. Имеются ли базы данных, где имеется информация по обязательным классам страхования, добровольным, обязательным? Обязательно. Да, мы говорили о том, что в рамках единой страховой базы данных собирается вся статистика, связанная со страховыми случаями, заключенными договорами. Вот в рамках той презентации, которая была роздана участникам брифинга, если посмотреть вот четвертый слайд, можно увидеть те виды, по которым ЕСБД собирает информацию. С 2008 года ЕСБД собирает информацию по обязательному автострахованию. С 2020 года у нас ЕСБД аккумулирует информацию по обязательным видам страхования. С 2020 же года все договора, которые заключаются в онлайн, они подлежат обязательной регистрации в единой базе страховых страхования. С 2022 года у нас аккумулируются в базе страховые выплаты и добровольные виды. Перестрахование с 1 января 2023 года тоже является обязательной информацией, которую страховщики должны предоставлять в единую страховую базу данных. Именно это и позволяет нам вводить дополнительные требования в отношении цифровизации, автоматизации страховых услуг страховыми компаниями. Спасибо. Если у человека была страховка жизни и здоровья, но он об этом не сказал родственникам и внезапно погиб, как родственникам узнать об этом и получить страховую выплату? Есть ли информация такая, будет ли такая информация в единой базе, о чем вы говорите? Согласно закону об обязательном страховании ответственности автовладельцев, близким родственникам и иждивенцам погибшего выплачивается 2000 МРП. То есть в 2023 году эта сумма порядка 6,9 миллиона тенге. Понятное дело, что иногда граждане не знают о том, что им положена эта выплата. И, пользуясь этим, до недавнего времени посредники предлагали гражданам за определенное вознаграждение заняться как бы взаимодействием со страховой организацией. На сегодняшний день в рамках того закона, о котором говорилось, подписанном 1 июля 2022 года главой государства по вопросам
по отдельным вопросам страхования. Процесс страховой выплаты стал более понятным и прозрачным, и на сегодняшний день обязанность по поиску иждивенцев и по поиску близких родственников, она налагается на сами страховые организации. А для этого используется та интеграция, которая на сегодняшний день сделана с единой страховой базой данных. Она на сегодняшний день интегрирована с базами Министерства юстиции. Это регистрационный пункт ЗАГС, информационная система ЗАГС, государственная база данных физические лица, государственная база данных юридические лица. Дополнительная интеграция была с Министерством здравоохранения. У ЕСБД есть интеграция с регистром прикрепленного населения и есть интеграция с единым реестром досудебных расследований. Все это позволяет страховым организациям получить информацию о близких родственниках и иждивенцах погибшего, найти их и осуществить необходимые выплаты. Благодарю. Если в момент аварии у меня нет с собой ни смартфона и нет доступа к интернету, как я могу оформить заявление на выплату? Если в рамках дорожно-транспортного происшествия, я правильно понимаю, это вопрос про интернет-оформление? Да, все верно. Понятно. К сожалению, упрощенное оформление страховой выплаты через интернет возможно, конечно же, только в том случае, если таковой существует. То есть, если есть возможность в упрощенном порядке обратиться в страховую организацию через мобильное приложение или через сайт при помощи интернета. Если интернет отключен, либо в силу каких-то обстоятельств нельзя воспользоваться интернетом, то необходимо действовать по старой схеме. В рамках ДТП это вызов полиции, обращение в суд, а в рамках других продуктов это непосредственный вызов либо комиссара страховой организации, либо обращение в саму страховую организацию. Обращение офлайн у нас все еще присутствует. Естественно, что от него никто не отказывается, поскольку в ситуации, когда интернета нет, в каких-то регионах они бывают, ну, с этим ничего не поделаешь. Спасибо. Құрметті әріптестер, бізге Zoom арқылы қосылған журналистер бар ма? Если нету, то у меня последний вопрос. Как быть, если клиенту страховой организации ввиду отсутствия навыков пользования современными технологиями либо по другим обстоятельствам хочется получить услуги в офлайн-режиме? Обычным способом? Ну, конечно же, мы понимаем, что есть люди, которые привыкли обращаться в офис за получением страховой услуги, люди, которым необходима устная консультация специалиста. Все это можно будет делать в офисах страховых организаций. На сегодняшний день страховые организации оптимизируют свою деятельность. Но опция офлайн заключения договоров, она всегда остается и будет оставаться, поскольку не все население пользуется интернет-услугами. Это объективный процесс, и с этим надо дальше жить. Мария Жамаловна, спасибо за выделенное время. Это был последний вопрос. Құрметті әріптестер, құрметті көрермен, осымен біз орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатын тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет.